Три пескаря приветствует всех любителей рыбной ловли. Пообщаемся с одной из отдыхающих сегодня на нашем водоеме. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как прошел у вас отдых? Замечательно. Как прошла рыбалка вашего мужа и его друзей? Мы приехали первый раз, нам все очень понравилось. Понравился, во-первых, прием. Очень понравился комфорт, домики просто чудесные, тепло, уютно. Ну, нам, как женщинам, очень замечательно было и приготовить. Мужчины в восторге от рыбалки, все наши мужчины поймали. Значит, в нашем улове есть карп, щука, она была первой, форель и стерлядь. Стерлядь 2,5 килограмма. Стерлядь или осетр? Это осетр. Ну, я прошу прощения у знающих рыб людей. Мне было вкусно, это самое главное. Мы ее успели запечь на мангале, поэтому все волшебно, все замечательно. Я так думаю, наши мужчины сюда приедут и не раз, и разнообразными компаниями, поэтому ждите нас еще обязательно. Всем советуем. Все? Да. Всего доброго вам. Спасибо. И до скорых встреч. Спасибо. До свидания. Да.